Трэш лидирует, Гнездицкий преследует. Оба пилота на красных машинах устремляются в сторону постановки, ставятся. Гнездицкий синхронно и в тот же угол. А здесь немножко отваливается. Ай-яй-яй-яй-яй, была хорошая попытка приблизиться к своему лидеру, но Антон решил засейвиться и не наступил. Здесь перекладка несинхронная, подъезжает. Ой, у Трэша такой угол. Гнездицкий пытается его, ух, выравнивается. Есть старт. Гнездицкий не цепляет шикану, лидирует. Трэш преследует. Есть постановка, Гнездицкий рано выезжает из внешней зоны. Трэш будет догонять. Перекладка мимо траектории. Заезжает в зону с небольшим выравниванием. Трэш при этом его встречает. Так здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, Трэш, как синхронно. Близко подъезжает Трэш. Хорошо, еще раз. Такое плавное, нежное. Единогласное решение очевидное. Ярик Трэш проходит дальше. Антон Гнездицкий. Готовимся, тренируемся. А у нас следующая пара. Ярослав Трэш и Иван Колобов. Два юнца, скажем так. Оба пилота едут по юношеской лицензии, потому что ни одному из них нет, не выполнилось еще 18 лет. Трэш лидирует, Колобов преследует. Хорошо ставится Трэш. Колобов немножко передержал на руке и отвалился. Колобов отстает, не может догнать Ярика. Перекладка, несинхронное в исполнении Колобова. Здесь синхронно заезжает в базу. Колобов хорошо, надо давить. Трэш с большим углом. Колобов, но немножко отпускает своего соперника. Ну, давайте. Поэтому небольшая такая пыль в трансляции. Колобов лидирует, Трэш преследует. Есть постановка, близко Трэш. Широко Колобов выезжает одним колесом за трассу. Трэш отрабатывает Колобова. Хорошо, Трэш близко набрасывается. Здесь перекладка. Еще одна перекладка синхронно. Ох ты, что делает Трэш в двери у Колобова. Воу! Синхронно и не отпускает своего лидера. А Колобов еще... Единогласное решение судей. Ярик Трэш проходит дальше. Следующая пара. Кирилл Каландырец и Ярослав Трэш. Ух, вот это жаришка. Контрастик, конечно, сильнейший. Трэш лидирует, Каландырец преследует. Не отпускает Каландырец. Рядышком находится с Трэшом. Синхронная перекладка, Каландырец близко. Неплохо, при этом Трэш дает просто... Ай! Просто идеальную линию, но Кирюша забыл про зону замедления. И из-за этого заехал в дверь, в прямом смысле слова, Ярославу Трэшу. Отработка зоны замедления пилотом, который преследовал. Разгоняются пилоты, Кирилл Каландырец лидирует, Ярик Трэш преследует. Хорошо, Каландырец широко ставится, в принципе, выезжает из зоны, но раньше, чем Ярослав. Ой, как широко Каландырца, вторая внешняя зона. Перекладка чуть-чуть узкая, Ярослав Трэш при этом, надо заезжать здесь на кольце. Хорошо, Каландырец широко выезжает из кольца и широко в финишной зоне. Ярослав Трэш проходит дальше. Юрий Рак, Ярослав Трэш. Есть старт. Трэш лидирует, Рак преследует, разгоняются пилоты. Есть постановка, синхроненько близко ставится Рак, небольшая корректировка. Перекладка чуть опаздывает, больше угол ставится Рак и разворачивается. Ярослав Трэш продолжает по своей начертанной, близко к идеальной линии, движение к финишу. Пилоты готовы. Есть старт. Рак лидирует. Трэш преследует. Хорошая постановка в исполнении обоих пилотов. Рак собирает полностью внешнюю зону. Хорошо напрыгивает Трэш. Держится рядом Трэш. Есть перекладка чуть-чуть с опозданием. И синхронная перекладка Трэш в двери. Сразу проходит кольцо близко. Раньше перекладывается Трэш и остается в двери у Рака. Вот это хороший. Единогласный. Ярослав Трэш проходит финал. Ярослав Трэш и Юрий Дрифтовский. Итак, друзья,
финалисты на старте. И все готовы их встречать. Трэш лидирует, Дрифтовский преследует. Постановка, Дрифтовский не ставится. Трэш выполняет задание. Дрифтовский переугливается на перекладке через поребрик, выравнивается. Доезжает практически до заднего колеса Трэша. Здесь, ну, все синхронно и как положено. Ровно в двери пытается компенсировать ошибки в первой половине трассы. Ух! Поехали! Дрифтовский лидирует! Трэш преследует! Есть постановка! Трэш ставится в больший угол, чем Дрифтовский. Дрифтовский заугливается, Трэш запрыгивает прямо в базу. Что делает Трэш? Отрабатывает все просто. Здесь раньше есть перекладка. На опережение в базу перекладывается Трэш. Что происходит? Вот это заезд достойный финала. Здесь раньше, как положено, по траектории перекладывается Трэш. Это финиш. Итак, победитель первого раунда Bitlook Pro M Drift. Ярик Трэш! Давайте! Воу! Ну а теперь можно начинать!